Доброе время суток. Вот кто догадается, что это у меня тут такое? Догадались? Нет? Сейчас подскажу. Даю еще 5 секунд. Я снимала рой. Очень злые пчелы. Ну, очень. У нас идет дождь проливной. Это добавило к их злободе. Через костюм, через сетку пробрались, ужалили прямо, не в бровь, а в глаз, прямо почти в самый глаз. И я тут снимала рой, он в таком элитном районе дома. Здесь газоны все прям как вот, ну, маникюрные. Тут никакой лишней сорняка нету, кроме как газонной травки. И мне моего сорняка, который меня спасает, никак было не найти. Поддорожник. Мой самый-самый любимый сорняк. Помимо там всяких иммуностимуляторов, помимо того, что он там желудочно-кишечный тракт, антисептик, все это помогает при расстройстве желудка, при расстройстве кишечника, он еще супер как помогает при пчелиных укусах. При пчелином ужалении. Надеюсь, завтра у меня глаз еще будет видеть. У меня никогда еще такого не было. Надеюсь, что у меня не опухнет половина лица. И, в общем, сейчас вот еду домой такая красивая. Я так рада, что я ношу очки, потому что, с одной стороны, вообще, конечно, очки плохо, потому что если пчела попадает тебе куда-то на лицо, то у тебя нет возможности сразу от нее избавиться, и ты, как правило, ее прижмешь, и, как правило, она ужалит. Но в данном случае у меня есть чему поддержать мой поддорожник. Ну, в общем, такое мое приключение на сегодня. Ну, ладно, всем пока. Вот такая вот я красивая. И бантик сбоку припеку.